Доброе утро. Сегодня понедельник. Понедельник день тяжелый обычно. Новая неделя, много новых дел, много новых задач. На самом деле не так уж много. Просто мне хочется чувствовать себя иногда такой продуктивной, такой очень полезной. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Мы не всегда какие-то супергерои, которые делают 150 дел за один час и потом идут еще в спортзал. Нет. Нет, не сегодняшний вариант. Сегодня у меня очень простой день на самом деле. Я собираюсь, иду на работу. Перед этим я хочу зайти заплатить за квартиру еще. И в целом все. Вечером у меня английский. Такая занятая. Не могу даже 5 дел перечислить, которые мне нужно сделать в течение дня. В общем, что же еще? А сейчас мы сделаем патчи. Вообще, я люблю использовать патчи просто потому, что это прикольно. У меня нет никакой сакральной идеи или чего-то сверхсрочного, зачем они мне нужны, но мне просто нравится процесс. Врать не буду. Я не буду говорить, что эти патчи делают какие-то невероятные вещи с моим лицом, и я становлюсь просто какой-то потрясающей красоткой. Нет, но это прикольно. Это как часть утреннего ритуала, часть процесса по моему пробуждению. Так что давайте делать кофе и погнали в новый день. Бегу домой с завтрака, потому что мы оба забыли таблетки. Мы как настоящие спортсмены, пенсионеры, употребляем много различных БАДов, поэтому приходится возвращаться. Классно. Я однажды ныла уже в Инстаграме по этому поводу, но живя на Кипре и не имея машины, ты обычно являешься таким лохом обыкновенным. У тебя нет права ходить по тротуару, потому что там будут припаркованы машины. У тебя нет права переходить дорогу даже на светофоре. Как бы, ну, перебеги. Ты что, дурак? Можно было бы и перебежать. И если ты нажимаешь на кнопочку, чтобы перейти, на тебя будут косо смотреть, а могут даже неприличные жесты тебе показать или слова неприличные сказать. И даже когда еще красный свет горит, вот они все равно едут. Прекрасное место, никаких правил, пока это не касается тебя. Но все же, каждый раз по дороге на работу и обратно, я думаю о том, в каком прекрасном месте я живу. Несмотря на все минусы этого острова, я безмерно благодарна ему. За море, за солнце, за эти чудесные виды, за соленый бриз каждый день. Я не знаю, где я буду завтра, но здесь и сейчас я счастлива. Thank you.
примерно. Я жутко устала. Я хочу спать, я хочу умыться и просто войти в следующий день. И самое интересное, я попыталась сегодня сделать voice-over видео для YouTube. И как это тяжело, как тяжело, во-первых, придумать текст, во-вторых, его начитать, не ошибиться, не захлебнуться в собственных слюнях, не забыть вообще русский язык. Это я восхищаюсь всеми блогерами, которые делают это на постоянной основе, без помощи. Полчаса я только пыталась записать тот текст, который я подготовила. Потом я просто торопилась на занятия по английскому, которые я, конечно же, не сняла. И решила, это моя последняя попытка, я просто сделаю это, и будь что будет. И, естественно, когда у тебя уже припекает, ты делаешь, и получается круто. Буду ложиться спать. Я в мечтах, уже под одеялом. Девочки, вы не представляете. Все, пока.